Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Ванам Манохар Ванша Калпатару Ашаки Пасинда Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Бибхьо Намо Нама Мукан Кароти Бачаланг Пангунг Ланхайт Гирим Ят Кипатам Аханг Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулси Деббай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарунча Ива Наруттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тату Жайо Мудир Шанкиртане Кришна Катхупадеш Гаурия Патрашо Пракасанеча Садану Ракта Гуру Бхакти Йогто Бхакти Прамадакша Джагодбарун Дхейям Сада Парибхавагна Мавишту Духам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Битатихам Панатапали Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Виспуриджита Кимапикапаваду Свадарши Пурнанурагра Сасагра Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Карабхуш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджан ламбита бхужо канука бодато, санкитанай капитаро камала ятачо, вишамбару дижавару жугодхарма пало. Банде ягат приякару, каруна бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гоуди Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхаджаби Шанатам Ваги Саджасча Бадане Лакшми Раджаса Чабакшаси Ясасте Хидай Самбид Твам Нишинга Махамбхаджи Харе Кришна
Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Никило бхувана майя чинна бичинна карти, бибудо бахуло мегьям мукти маханта датри. Ситилито видирагарадхурадешадхани билашату хеданитям бхакти-сиддхантабани Никхила бхавано майя чинна бичинна карти бибудо бахуло мргьям мукти махантадатри Ситилито видирагарадхурадешадхани билашату хеданитям Бхакти Сиддхантамани. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Гошвами Thakur Prabhupada told to collect things which is not related to Krishna Bhajan. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Гошвами Thakur Prabhupada сказал, что собирание вещей, которые не связаны с Кришна Бхаджаном, это главная болезнь обусловленных душ. Собирать все вещи, которые не связаны никак с Кришна Бхаджаном. И в этом главная проблема обусловленных душ, поскольку обусловленные души находятся в майе. И вот это, вы знаете уже эту шлоку. Все совершается с помощью Пракрити, но суть в том, что Пракрити They are actually controlled by the three modes of nature. И вот они находятся, это те, кто находится под влиянием Пракрити, гун материальной природы, согласно своим предыдущим самскарам. Эти самскары, они движут этих людей, и такие люди не могут избавиться от майи, это невозможно. И так или иначе, я говорил о дайва варнашами, дарме, как согласно прежним самскарам люди могут развить какие-то новые самскары в текущей жизни, и если они что-то делают в этой жизни, что-то положительное, отрицательное может быть, и эти самскары в следующей жизни будут преследовать их, и таким образом рождение за рождением их карана шарир, такое тонкое причинное тело, есть тонкое тело, грубое тело, потом тонкое тело, которое состоит из мон, ума, будхи, читта и аханкара. Махарадж говорил об этом. So, mon, buddhi, chitta, ahankar. Those are four fine body. According to that, jivatma can go from one body to another. One body, this body can leave and go, enter into another body. И вот так, душа, согласно своим предыдущим самскарам, своей карме, она оставляет одно тело и входит в другое. Подобно тому, как из какого-то сада исходит аромат цветов, и этот аромат цветов указывает нам на наличие этого сада. И также эта душа, она подобна аромату в воздухе, она переходит с одного тела в другое. Но there is only one and single way out. Есть единственный путь, он зовется Бхагават Бхаджаном, поскольку через Бхагават Бхаджан я могу показать вам, что тот, кто находится в тамагуне, он с помощью этого Бхаджана может достичь какого-то более высокого уровня, и так постепенно я вам
покажут, что только с помощью Харибаджана это возможно. И несколько дней назад я говорил об этой же шлоке, что по милости, благодаря силе Садгуру, все возможно. Что невозможно для Садгуру? Нет ничего, что невозможно для Садгуру. Садгуру значит Вайшнав Садгуру. Это термин, он применим к чистым вайшнавам. И вот все возможно. Пангум лангайте грим. Мы можем сказать об этом, но поверить как? И Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур, он просит Верховного Господа: «О, Господь, сделай так, чтобы наша вера увеличилась в Гуру Вайшнава в каждую часть секунды». И это Синхи. Критиковать Гуру Вайшнава или критиковать какие-то духовные организации, это не вайшнавизм. И вот, каждую часть секунды Шрила Бхактивинода Тхакура говорит: «Я молюсь лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы каждую часть секунды я мог увеличивать мою веру в Гуру и Вайшнавов». Вишвас – это слово, мы можем найти его значение в Чайтанья Чайтамрите. Вишвас значит сильная, непоколебимая вера в Писание, в наставление Гуру Вайшнавов. И Кришна Бхаджан, он может, вера в то, что Кришна Бхаджан может дать нам все решения всех проблем, но кто может достичь того уровня? И на самом деле те, кто находится под влиянием материальной природы, они должны исполнять свои обязанности согласно своей природе. И если они нарушают эти правила и предписания, то это очень опасно для них. И вот таким образом я говорил, что очень часто Шрила Прабхупада объяснял эту шлоку. И Кришна Бхагаван Шримад Бхагаватам в 11 песне, в 21 главе 2 шлоки говорит. И вчера я говорил об этом, о том, чтобы утвердиться в каких-то своих правах и действовать, исполнять свои обязанности в соответствии с этим зовется гуной, а нарушать это и исполнять какие-то другие обязанности, которые неприменимы в нашей жизни, зовется дошаха. Есть гуны и доши. И это вот суждение гун и дош. И вот такая система, она действительно совершенно и научна, хотя сейчас ситуация очень скверна, и это практически невозможно эту теорию воплощать в жизни. Но если мы успешно будем в этом, то тогда на 100% мы сможем достичь успеха. И поэтому вчера я говорил о том, что Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорил, вот в одной из книг он говорит, что в Европе люди, по крайней мере, пытаются развивать склонности людей, которые есть у них от природы. И вот это является частичным воплощением Варнашрама Дхармы. Хотя Варнашрама Дхарма не применимо там, но они достаточно разумны, чтобы следовать вот этим очевидным вещам из Варнашрама Дхармы. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что, по крайней мере, они этому могут следовать, и благодаря этому они могут стать успешными. Они как-то развиваются, поскольку они дают возможность достойным, подходящим людям заниматься своими
делами, для которых эти люди приспособлены и имеют склонность к ним. И такое применение, оно тоже очень хорошо, и поэтому мы можем видеть, что они внимательно смотрят на природу детей, например, с самого детского сада, к чему они склонны, и потом развивают их эти качества. И так вот, и вот таким образом, это варнашрама дхарма сейчас можно думать. Ну, кто-то может подумать, что варнашрама дхарма, она как бы кончилась, но если вы будете думать так, то вы разовьете аппаратху, поскольку это сомнение в словах Кришны. Если мы совершаем баджан Верховному Господу Кришне, и Верховный Господь Кришна, он произнес эту шлоку и... И вот когда Кришна, он произнес эту шлоку, то это совершенно... И если у нас недостаточно искренности, честности, и если это не позволит следовать этому процессу, я уже говорил, что весь мир, что говорить о всем мире, в Индии даже, что министры и какие-то лидеры политические, они пытаются... разрушить эту систему варнашрама. Их... И вот такие люди, они пытаются показать себя, свой характер, что смотрите, мы очень либеральные, мы широкомыслящие, нет у нас никакого консерватизма, но таким образом они хотят показать себя, но это неправильно. Я уже говорил вчера, что один министр, он шудра был, и он хотел как-то обеспокоить все общество, но подумайте, возможно ли для каких-то подметальщиков, уборщиков совершать поклонение в храме. Они даже мантры не могут произнести, нету никакой чистоты у них и привычек чистоты, и не могут себя в чистоте поддерживать. Как они могут заниматься поклонением? Кто-то может возразить, что варнашрама дхарма плоха, все люди одинаковые. Ну да, люди-то одинаковые, но я уже в тот день говорил, что когда по указанию Брахмы Кришна сотворил людей, не было никакого различия касты и прочего, были только хамсы. Не было необходимости их разделять, но потом почувствовалось, что мы должны разделить эту общественную систему людей согласно гуне и карме научным образом, чтобы мы получили наивысшее благо и никаких беспокойств в обществе не было. И сейчас, если даже вы сейчас не следуете мне и готовы спорить со мной, и вот смотрите, сейчас, например, кто-то, кто ну вот человек какой-то занят своим работой, он уборщиком работает, просто что-то подметает, убирает, и если такого человека мы захотим занять в пуджи, возможно ли, что он сделает что-то толковое. И вот у всех свои обязанности, все должны исполнять свои соответствующие обязанности, и таким образом мы сможем поддерживать общество таким образом, чтобы все хорошо было. Но сейчас из-за того, что никто не хочет следовать этой системе, одни проблемы возникают. Иначе что делать? Шудры женятся на браманах, браманы на кшатриях и на шудрах. Вы знаете об этом, и это плохо. Это вот
смешение каст, ну, очень плохо. Но кто-то может возразить, что может влюбиться в представителя противоположной касты, но в материальном мире эта любовь, она просто является каким-то грязным вожделением. Они, может, привязались друг к другу из-за общения, но я могу сказать, что их любовь, она не имеет смысла, она просто полностью материальна. И также я могу привести примеры с Деваяни и этим царем. И с Яяти. И вот, когда Яяти услышала звук, Яяти захотела следовать, она услышала. И вот Девджани, она увидела, что царь Яяти и вот она вот сказала, что мой друг Шармиштха, она сбросила меня в этот колодец, и, пожалуйста, помоги мне. И после этого Девьяни, она поймана была царем Яяти, чтобы избавиться от этого. Ну, в общем, вытащили ее из колодца, и Девьяни начала плакать, говорить, что не могу оставить тебя, посмотреть в системе. В шастрах такая система, что если ты взял меня за руку, то должен жениться. Нет, не могу, нет, но вот есть правило такое в шастрах. На санскрите это пани пиран называется. То есть, если с любовью взять руку женщины, то в Ригведе какая-то мантра о женитьбе говорит, что в этом случае нужно жениться на той женщине. И вот Яяти думал, что ты брахмана, я кшатри. Это невозможно, но нет, возможно. Так, в общем, давай женись. Я уже был проклят кем-то, что... в общем, этого царя кто-то прокляли, что на брахмане не мог жениться, в итоге на кшатри женился, но такая женитьба не позволяется. Но что делать было в том случае? Так или иначе, они женились, и много случаев я могу привести, что от такого явления, хотя... Это не позволяется, но случается. Можно вспомнить Шакунталу, например, Шакунтала и царь Душантарадж. И вот Душантарадж и Шакунтала. И вот Душантараджа был не заинтересован чтобы жениться на Шакунтале. Но когда Душантараджа пришел, отец Бхарат Махараджа, царь Раджа Бхарат. И вот, когда он пришел в лес, чтобы охотиться, там не было Канья Муни в ашраме, и Канья Муни куда-то ушел, и тем временем Шакунтала там была, и после того, как охота закончилась, тьма наступила, и надо было отдохнуть где-то, и вот увидели они прекрасный ашрам. Они искали какое-то место, где можно отдохнуть, и пришли, попросили, можно ли отдохнуть. И Шакунтала вышла и спросила царя, кто он. Он сказал, что местный царь. А где же Муни? Она ответила, что Муни куда-то ушел для какого-то служения, может, сегодня его не быть. А могла ли бы ты организовать наш отдых в этом ашраме? Да, почему нет? Заходите и отдыхайте. Если, вот она сказала такие слова, что если вы хотите, оставайтесь здесь на ночь. И она все
И вот, в общем, все сделали, организовали, и Душантараджа, он ночью почувствовал влечение к Шакунтале, и Шакунтала тоже почувствовал влечение к нему, и так или иначе этот царь Душанта был вынужден в итоге жениться на этой Шакунтале. Есть такая, несколько видов женитьбы, например, демоническая. Это женитьба, это она как бы ненормальная, но так или иначе случается. Гандхарва виваха есть, как Кришна и Радхарани, они женились согласно вот этой Гандхарва вивахе. Но для нас это не столь важно, поскольку мы заинтересованы в Рагануга Баджане. И вот в то время царь Душанта, когда он оставил эту Шакунтала. Шакунтала, она... И вот этот царь Душанта сказал: «Кто ты? Можешь ли ты рассказать мне?» И эта Шакунтала ответила: «Я дочь того-то, того-то». И Душанта сказал: «Хорошо, мы находимся в чистой династии, и так мы не можем этим заниматься. Я думал, почему же меня тянет к тебе, и сейчас я понял, что ты кшатри, и ты из кшатриев, и я из кшатриев». И еще из Шримад Бхагаватам Махапурана я могу привести еще примеры. И вот Сутадев Госвами, он говорил Харикатху перед Шанакади Риши, и в то время Сутадев Госвами, он провозгласил: «И вот мы совершаем Кришна Баджан, и вот эта тема, она очень чувствительна, что никто не хочет даже говорить об этой главе. Если кто-то не может объяснить по милости Гуру Варги, то тогда может много споров возникнуть, и поэтому это очень чувствительная тема. И я хочу взять ваше время, чтобы объяснить это подробно таким образом, чтобы вы не жаловались на меня, верите вы мне или нет, но я, находясь на Вьясасане, не имею никакой враждебности никому. И вы можете видеть какие-то политические лидеры. Они часто хитры и говорят, что не относятся ни к какой этой партии, но Шрила Прабхупад говорит, что если вы не принадлежите ни к какой партии, заявляете, что вы нейтральны, это тоже один из видов партии. То есть вы не нейтральны и не беспристрастны, как заявляете, поскольку я могу доказать, что вы не являетесь нейтральными. Вы просто говорите так, чтобы как-то влиять на людей, и вот это также неправильно. И вот у нас нет, и вот у меня нету враждебности, зависти. Вы можете проверить меня, когда я говорю Харикатху по вашей просьбе, по милости Гуру Вайшнавов, которые слушают меня. Я говорю только благодаря их благословению, как Сутадев Госвами. Сутадев Госвами говорит Харикатху. И вот Сутадев Госвами говорит перед этими Риши и Муни. Есть Билом и Анулом, две системы. И вот в Джаганнатхалиле один браман в Видьяпати, он был вынужден
жениться на Двайта Панде. У этих пандавов есть право служить Джаганатху, когда Джаганатха отдыхает и не дает даршан. И вот до конца Ратха-ятры у них есть право служить Джаганатху, это особый случай. И вот там они получили это право по указанию самого Джаганатха, это особый случай, мы не можем нарушать его. И вот Видьяпати, он был великим браманом и вынужден был жениться на дочери того лидера, который служил Джаганатху скрыто на берегу Маханади. Вы знаете об этом историю наверняка, что я имею в виду. И вот тот самый Джаганат, первое явление Джаганатха в Сати-югу, и вот там этот Двайтапати, он служил Джаганатху скрыто. Но в итоге Видьяпати был опрошен. И вот, в общем, его это как-то привели в то место, где тот поклонялся Джаганатху. И вот Двайтапати, там я могу вспомнить впоследствии его имя. И вот тот там дочь этого Двайтапати. Она хотела жениться на Видьяпати, а Видьяпати тоже думал, что если женюсь, то это будет хорошо. Я подружусь с ними и смогу открыть Джаганатха, где он находится. И вот после этой свадьбы эта дочь этого Двайтапати, она рассказала, что я могу дать тебе семян горчицы, и когда мой отец, он поведет тебя как слепого с завязанными глазами, чтобы ты не определил путь, где находится Джаганатх, но ты... И вот эта дочь его сказала, что даст семена горчицы, что можно их по пути рассыпать, и впоследствии сезон дождей будет, и они прорастут, и потом по этим растениям горчицы можешь определить весь путь. И вот, и так ты можешь потом сам дойти до того места. И вот Видьяпати так и сделал, но по указанию Джаганатха Видьяпати женился на двух девушках. Одна была дочерью Двайтапати, а вторая дочь брамана какого-то. И те, кто рождаются в парампаре и служат Джаганатху все время, и те, кто рождаются от этой преемственности, они получают служение согласно наставлениям Джаганатха. И вот, эта процедура, она не особо одобряется. Процедура вот этой женитьбы имеется в виду вот с какими-то корыстными мотивами. И вот Шрила Сутадев Госвами говорит, Билом значит, если муж браман и его жена, кандидатка в жены кшатрия,
из кшатриев, или наоборот, если муж кшатрий, а жена браман, вот это анулома билом называется, и такая система, она не одобрена в шастрах. Есть научная причина, иначе я сейчас все расскажу, чтобы у вас не было возможности. И вот вначале я хочу спросить, например, мы ребенок, только собираемся начать наше образование, и вот нам ребенок лет 4 где-то, а в ведической системе такая система, что когда мы начинаем наше образование, нужно приблизиться к хорошему пандиту, браману, который возьмет вас за руку и поможет изучить алфавит, писать буквы, там вот А, Б, К и прочее. В нашем детстве такая система была. И вот какой-то браман-пандит приходил, взял за руку вот ребенка и помогал ему написать первые его буквы алфавита. И вот перед Сарасвати и Багдеви просили милости у нее, и ребенок вот начинал писать. На санскрите это катини называется, на санскрите чак. Ну, это меловед, имеется в виду. И вот он помогал писать вот эти все буквы и звуки. Вот сейчас оборвалось. Махарадж заново начинает. Кришна, Кришна, Харе, 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 Рам, Харе, Рам, 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 Харе. Ши, Ши, Адикари, Яништа, Сагуна, Парикетита, Випарьясту, Доша, Шадху, Ваю, Реша, Нирная. И вот я говорил о Ниламадаве перед, вот о том Нилам, вот о Ниламадаве, Ниламадав, он тоже Джаганнат, он уже явился на берегу этой Маханади, и в то время Дайтапати, он был вынужден отдать свою дочь в жены и этому Видьяпати, и от них идет парампара, которые рождались в эти потомки вот этой читы. И у них есть право совершать особое служение, эти браманы, Видьяпати. И у них жена. И вот, в общем, от них идет парампара, преемственность, которую совершают служение Джаганатху. Эта система Джаганатху установлена, она обычно не одобряется, но если сам Джаганатх так сделал, то тогда уже деваться некуда. И вот Анулом и Билом, Махарадж говорил об этом, то есть если муж кшатрия и жена из браманов, или наоборот. И вот такое смешение каст, оно не одобряется. Вы можете думать снова и снова об этом, почему и как. Парикшит Юдхиштхира Махарадж, точнее, спрашивал. И вот он спрашивал у Нахушраджа. Можно вспомнить тот, который был проклят Агасти, чтобы стать питоном, и вот он был проклят, и Бригумуни также он. И вот как это получилось, это разделение? Если раньше не было никакого разделения, все были из одной касты, из Хамса Варны. И вот система была другая.
И вот Юдхиштхира Махарадж спросил у Нахушраджа в Махабхарате, в Ванапарве. И вот Юдхиштхира Махарадж спросил, как мы можем разделить это общество, поскольку вроде вся система одинаковая, может любой человек, любая женщина может зачать от любого мужчины, и любой мужчина, соответственно, это может. Как же делать это все? Как же разделить? И Кришна дал научную процедуру. И вот Нахушраджа сказал Юдхиштхире. И вот Нахушраджа, он совершил оскорбление в адрес жены и Индры, и он в итоге пал по проклятию Агасти Муни, и он в форме питона, форму змеи впоследствии принял. И вот он спрашивал, как мы можем разделить согласно Шукра Вичару генетической парампаре, как это можно все разделить. Тогда Юдхиштхира Махарадж сказал, смотри, если мы не будем следовать научной системе, то тогда это невозможно определить начало этой системы, поскольку любой человек может, мужчина имеется в виду, может зачать в чреве любой женщины ребенка. И вот Брахман может зачать ребенка в чреве Шудры, или наоборот, может быть. И таким образом, чтобы понять научную процедуру всего этого, то ну вот, царь имел в виду, что так по физическим параметрам не разделить, все вроде бы одинаковые. А в Кали-югу, где ващи, где шудры, не найти, поскольку все смешалось. Очень сложно сейчас понять, кто есть, кто где. Никто не следует чистым правилам и предписаниям, чтобы генетический фактор утвердить. И также в Кали-югу кто-то заявляет, что они брахманы, но по факту демоны, ракшасы. И вот те, кто демоны, асуры и ракшасы в Кали-югу, они рождаются в брахманских семьях и заявляют о себе, о том, что они брахманы, и они так беспокоят обычных людей под именем религии. Но о той системе, которую я хочу рассказать, это не давление, это полностью научная система. Бхагаван Шри Кришна имеет в виду, что если мы будем следовать этой системе, то получим результат. Но многие хотят просто показать, что они либеральные, широкомыслящие, не сектанты и прочее. Какие-то люди могут спорить, что какой-то ачарья, брахман, он не вынужден принимать просад, то есть ему не обязательно принимать просад вместе со всеми. Смотрите, во времена Махапрабху, Махапрабху никогда не нарушал принципа в том, что seniority must be given priority, то есть старших уважать. А кто старше? Старше тот, кто баджан совершает. И вот во времена Махапрабху никто не мог сесть во время раздачи просады, имеется в виду,
где попало. Нужно было садиться по старшинству. Одна линия для старших, другая для средних, четвертая, третья для младших. Харидас, Рупа и Санатана, они всегда следовали всем этим правилам и приписаниям. Они, даже более того, они считали себя падшими душами, не ели со всеми, а ели после всех. И вот эта вся система очень научная, и Махапрабху никогда не хотел нарушать ее. И в Кали-югу те ракшасы, демоны, они хотели нарушить всю эту систему и показать, что мы браманы, смотрите, у нас есть наш священный шнур. Но что Шрила Прабхупад хотел сделать, Шрила Прабхупад напоминал нам, смотрите, вы получили этот священный шнур, и вы должны возвыситься над браманизмом. И тогда с помощью Шравана, Киртана и Саду Санги вы еще выше возвыситесь. С уровня Шудра можно достичь уровня браманизма. Это возможно. Но Харидас Такур, он больше, чем десятки миллионов браманов. Я уже говорил, Адвайта Гасайи хотел сказать то, что... Вот он говорил Харидас Такур, когда ты принимаешь просад после Шрадха, то кормление тебя равносильно кормлению десятков миллионов браманов. И мы знаем это на 100%, но все же Харидас Такур никогда не нарушал это правило старшинства. Адвайта Гасайи тоже не нарушал. Это были его принципы. И Адвайта Гасайи обычно отправлял просад в Пхулию, в то место, где жил Харидас Такур, каждый день. И во время какого-то большого праздника Шрадхи в то время Адвайта Гасайи, кто сам Махавишну, он сказал, когда Харидас Такур сказал, это нехорошо перед этими браманами, ты не должен эту тарелку с просадом мне отдавать первому, у меня нет права принять этот просад. И Адвайта Гасайи сказал, что одобрено в шастрах, будь уверен, то, что одобрено в шастрах, я следую этому. Не бойся, ты прими эту тарелку просада, если ты примешь, то я обрету благо от кормления десятков миллионов браманов. Я получу этот результат от кормления тебя одного. И я не могу сказать, что Харидас Такур равен 20 миллионам браманов. Если взять бесчисленное число кармаканди браманов и сравнить с Харидас Такуром, то Харидас Такур он перевесит их всех. Такова система. Но что я хочу сказать, и Кришна что хотел сделать, и Шрила Прабхупад, они не нарушали общественную систему, и также те преданные, которые приходили через этот священный шнур, Шрила Прабхупад хотел напомнить им, чтобы они были осторожны и внимательны, чтобы возвысились хотя бы на уровень браманов. Я не хочу, чтобы вы хулиганами стали или гангстерами какими-то, нет. Вы должны изменить свою жизнь после того, как вы стали духовными лидерами, то должны вести себя достойным образом. А если кто-то ограничивает, как Камса, людей, последователи, имеется в виду своих, и в итоге такие люди будут наказаны, как Камса. Харикатха, она открыта для всех. У меня нет желания спорить с кем-то. Если кто-то хочет спорить Харикатху, то пускай слушает. Если А если вот в шастрах описывается, что если ваш гуру, он выступает против того, чтобы вы слушали настоящую Харикатху и стремились к истине, то от такого гуру следует отказаться. Я уже в тот день говорил, что
когда Питамаха Бишма перед Бишмой Гурудев Парашурама, он говорил, ты должен то делать и все. Смотрите, вы дали мне такое указание, а я с рождения соблюдаю брамачарию, как вы даете указание мне жениться. Ну, вот это про этого, как его, ну, забыл его имя, которое брамачарию всю жизнь соблюдал, и вот тут его гуру сказал, чтобы тот женился, а он сказал, что вот я всю жизнь брамачарию соблюдаю, и поэтому лучше вас оставлю, чем нарушу. И вот это такова система шастры. Я не знаю, чему вы следуете, но я не хочу обманывать вас. Не надо спорить, просто вы слушаете Харикатху, и вы достигнете успеха в вашем баджане. Если я не обманщик, то тогда, несомненно, вы обретете благо. Я обещаю вам, поскольку у меня нету желания спорить с кем-то. И вот смотрите, те ракшасы. И вот так они рождаются, ну вот имею в виду демоны сейчас рождаются в семьях браманов и заявляют, что они браманы, но они вообще не браманы, даже не шудры, а просто демоны. И я свидетельств привожу вам вот несколько, благодаря которому можно видеть, что Харидас Такур, он больше, чем десятки миллионов браманов, но Харидас Такур не нарушает социальную систему, поскольку все общество, оно в невежестве. И перед невежественными людьми, если мы следуем таким правилам, эти люди могут, в общем, сломать всю систему. И вот в Гите говорится, как Кришна никогда не хотел нарушать эту систему. И когда Арджуна начал говорить в Гите о том, что вся система разрушилась, и когда вот вся эта система нарушается, то в этом проблема. И Кришна, Бхагаван говорит, и вот смещение каст, ну, говорится очень плохо, и сейчас из-за этого вся система практически разрушилась. Даже говорится, что смещение этих фруктов и овощей, то плохо, не то что люди. Ну, то есть всякая генная модификация, смешение там даже фруктов и овощей, это уже плохо. И что говорится в Гите? И вот вся система может, в нашем имеется в виду общественная, она разрушится из-за смешения каст и всего остального. Поэтому я не могу позволить вам делать это. Когда вся эта парампара, она нарушается, то в этом случае всякая этот мисс менеджмент, это неправильное управление происходит, неправильная организация. И вот суть в том, что такие гибриды через эту плохую систему и смешение каст и смешение всего прочего, того, что не нужно смешивать, вся семейная традиция и генеалогические факторы, они нарушаются, и в итоге те, кто уже мертвы, ну, имеется в виду умершие предки, они ожидают получить от нас какое-то подношение, а поскольку вся эта
преемственная династия, и вот эта вся преемственность семейная нарушена, то уже предки, эти потомки предкам не подносят подношения. И таким образом эти предки оказываются лишенными своих подношений. И таким образом... И вот Кришна Бхагаван, он говорит, что эта система, она нехороша. И таким образом, один за одним, я привожу примеры. И вот, в общем, таким образом вся система нарушается, и мы должны следовать. Ну, Махарадж имеет в виду то, что из-за смещения каст такое семейные традиции нарушаются, предки не получают подношений от потомков, теряется благочестие, удача и все остальное. И если мы не следуем варнашрама дхарме системе варнашрамы, то в итоге мы получаем плохие последствия. И из Гиты я могу много примеров привести, но времени мало. И сейчас я вернусь к Шримад Бхагаватам Махапуране, и я уже говорил о том, что Сутадев Госвами говорит. И вот Шримад Бхагаватам описывается одно о том, что Шанакади Риши, он говорит, что ты ученик Шукадева Госвами. И вот он великий преданный, хотя внешне можно видеть, что он не брахман, а Шрила Прабхупад пишет в комментарии, что Сутадев Госвами нету никакого недостатка брахманизма. В Сутадеве Госвами нет никакого недостатка брахманизма. И в то же самое время Сутадев Госвами, он принял Бхагавад-дхарму и следует ей. И он наивысший вайшнав, поэтому лучший из вайшнавов. И Шрила Прабхупад, поэтому говорить я могу больше примеров привести, но времени мало. И вот Сутадев Госвами, он лучше, чем брахман внешне, хотя он не брахман, но он полностью утвердился в Бхагавад-дхарме, и поэтому Шанакади Риши, он никогда не хотел нарушать всю эту систему. И вот Шанакади Риши, в Бхагаватам говорится, вот эти категории людей, и вот Ясадев Госвами думал, почему я не получаю удовлетворение, какова причина. И вот когда Ясадев Госвами начал думать снова и снова, и вот Ясадев Госвами Шакти Вешавата Бхагавана, он сказал, стри, те, кто женщины, шудры, двиджабанту, те, кто падшие брахманы, как Ашватхама, двиджабанту, друзья брахманов. Они как бы брахманы, но из-за своих действий они уже не брахманы, они двиджабанту, просто они падшие брахманы. И вот следующий
Трои значит Веда, Риксам, Яджур, Адхарва. И вот эти Веды, у них нет права изучать эти Веды Шрути. У них нет права слушать и прикасаться к Ведам даже. Такова система в Бхагаватам, хотя Махапрабху говорит вот такие слова. И Шримад Бхагавата Махапурана – это наивысшее свидетельство. Мы не должны сомневаться в этом, но здесь другие слова говорятся. И Вьясадева Госвами, он подумал, я написал Веды Пураны, Упанишады, но вот у этих людей нет права изучать это, что же делать? И также у них нет права совершать яги. Если какой-то шудра совершает ягью, то эта ягья бесполезна. И в этой ягье никакие полубоги не примут своей доли и все остальное. Если шудра прикоснется к шалаграмму, это тоже очень плохо и это не одобряется. И вот Ваджра Шучика Упанишадах говорится, если какой-то шудра или пашанди, бессердечный человек, прикоснется к шалаграмму, шалаграм говорит, если пашанди, шудры прикоснутся ко мне, то я думаю, я чувствую, что кто-то, буквально, что кто-то тыкает меня ножом. И вот это чувство шалаграмма таково. И те, кто получили настоящее посвящение от настоящего подлинного садгуру, процедура посвящения должна быть совершена. И сам гуру, от которого вы получаете это посвящение, он тоже должен быть совершенен, садгуру. И тогда, может, какой-то недостаток у вас есть, что-то не хватает, но искренность ваша, она компенсирует много недостатков. В нашей жизни много может недоставать чего, но согласно этой шлоке, по милости Гурудева, мы можем обрести все, но у нас должно быть шаранагати стопроцентное. И Гуру Крипахи Кевалам, по милости Гуру и Вайшнавов, мы можем получить йогиату, качество, достоинство. И вот Шикая Шаранагати Бхагаватара Пран Шаранагати, у нас должно быть, не должно быть никакого лицемерия, и постепенно мы будем слушать Харикатху от Садгуру и Вайшнавов, и тогда мы вначале достигнем уровня брахмана, и потом, слушая харикатху, мы дальше будем возвышаться. И когда мы утвердимся на пути, на уровне Бхагаваттатва Вигьяны, то это уже будет подобно вратам освобождения. И вот через Бхагавад-дарму это возможно изменить наше сердце, хотя мы можем шудры быть, но мы можем изменить нашу жизнь, но мы не должны нарушать социальную систему. Мы можем и вот Харидас Такур, Санатан Бхактивинода Такур, мы не можем нарушать эту систему. И вот и другой пример я могу привести вам, почему этим стри шудрам мы можем почему вот эти категории людей, женщины, шудры и падшие брахманы, не могут прикасаться даже к вот как определенным ведам, если они, но Сутадев Госвами, смотрите, он произносит Шримад Бхагаватам, которая более великолепна, она более возвышена, чем веды
Упанишады и Веданта. Это выше, чем все это, но все же Сутадев Госвами, он, ему позволили произносить этот Шримад Бхагаватам. И еще пример. Кто-то он возмущается, что ему что-то не позволили, но если вы примите систему, которая одобрена Верховным Господом, это хорошо. И я еще один пример приведу. Например, вы хулиган какой-то. Если вам дать острый нож, то вы можете пойти кого-то зарезать, но если этот нож дать какому-то доктору, он ножом будет пользоваться гораздо более полезным образом. Тот же нож он будет использовать для того, чтобы операции делать и помогать людям. И вот еще я пример хотел привести, но забыл из-за технических тут сложностей. И вот, например, вы... И вот во время детства Махараджа система была, что приходил какой-то пандит, помогал ребенку написать свой первый алфавит, то есть грамоте пытался его учить. И постепенно так этот ребенок практиковался в чтении и писании, чистое писание. И потом... Ну, впоследствии в школу ходил, и в университет, и еще в какие-то научные организации. То есть мог какое-то дальнейшее образование получить. Но смотрите, если, например, во время этой процедуры первого... Махарадж имеет в виду, что вот во время нашего первого урока грамоте, если мы будем возмущаться, пытаться спрашивать учителя, доказать, почему А это А, а Б это Б, а не В или не Г и не Д, то если мы будем спорить о том, что он говорит, то ничего у нас не получится научиться читать и писать. Я уже говорил, что логика не может находиться на пути к абсолютной истине. И вот кто-то должен принять эту процедуру, кто-то должен принять это без аргументов. Если учитель говорит, что это буква А, это буква А, мы должны поверить в это. И в остальные буквы тоже, соответственно. И постепенно, когда мы начнем наше образование, станем ученым человеком и вспомним, что когда мы только начинали свое образование, пришел Браман, один пандит, он помог нам научиться грамоте, вот потом мы впоследствии учились, стали каким-то доктором или профессором, и таким образом, если мы хотим совершить какой-то такой крупный прогресс в нашей духовной жизни, моя просьба, пожалуйста, не спорьте. Вы можете думать о том, что эта процедура хороша или нет, но в то же самое время вы должны быть очень осторожны, если какой-то обманщик будет пытаться вас каким-то образом вести. Я за это не отвечаю. Я привел много примеров, через которые вы можете понять, что есть что, что ложно, что нет. И вот, согласно Шримад Бхагаватам Махапуране, те, кто стри, шудры, движабандху, и вот Вьясадев, он думал, как же
он снова и снова думал, как же принести благо для всех людей, и для шудры, и для женщин, и для падших браманов. Но сейчас можно увидеть, к сожалению, в том же Вриндаване Гаятри орут по громкоговорителям. Гаятри — это нечто очень сокровенное, а в Кали-Югу сейчас все, кому не лень, ее поют очень громко по всей стране буквально. И вот система вся разрушена, что я могу с ними делать? И вот я говорю о той системе, которая описывается в шастрах. Если у вас есть то сильная вера, вы можете следовать этому, это зависит от вас. Сможете ли вы следовать или нет? И вот они, вот эти три шудры и падшие браманы, они не могут изучать веды, веданту, совершать ягью, и поэтому Вьясадев Госвами решил составить Махабхарату. Поскольку через Махабхарату все значение вед, веданты, упанишат можно найти в практической форме. И не нужно тогда изучать веды, веданту и прочее. Я слышал от должного источника, и Бондев Госвами Махарадж также говорил, он написал какую-то книгу о ведах. И вот там говорится, что если вы неправильно произносите звуки вед и эту чан, ну и не в том ритме, то будете наказаны, будьте осторожны. Поэтому те, кто учится в Гурукуле, изучают веды и веданту, если они вообще дети браманов. И согласно Варне, если они являют свои качества как браманы, это хорошо, и тогда у них есть право изучать веды, веданту и прочее, но сам веда, ригведа, яджур, атхарва веды, у них там есть какие-то гимны, которые нужно произносить, нужно какие-то мудры использовать, то и все, много всяких премудростей там. И таким образом система правил и предписаний там есть, и если ей не следовать и нарушать ритмы и звуки, то тогда вы будете наказаны. И поэтому на санскрите часть, которая посвящена произношению, очень важна, но на пути преданности произношение не столь важно, поскольку преданные из-за любви могут что-то не так произносить. Но смотрите, в читании Чайтамрити говорится, что какой-то глупый, необразованный браман, он читал Гиту в Ранганатх Мандире, то Махапрабху видел, смотрел, с каким чувством он читает эту Гиту, и Махапрабху вынужден был спросить, что же ты видишь, что ты, читая, плачешь. Ты даже произносить стихи не можешь правильно, но откуда такие чувства? Этот браман сказал: мой Гурудев сказал мне, хотя я не образован и не могу читать, но все равно Гурудев сказал, чтобы я читал вот эти стихи из Гиты, и вот из-за этого наставления я вот читаю. Я ничего не знаю, но по наставлению Гурудева я читаю эти стихи из Гиты. А что ты чувствуешь, когда их читаешь? И вот, когда я читаю Гиту, я могу четко видеть, Кришна находится на колеснице и дает указания Арджуне. Я ясно вижу это. И вот Махапрабху говорит: действительно, у тебя есть право изучать Гиту, поскольку ты знаешь настоящее значение Гиты, и у тебя есть право изучать эту Гиту. Почему Махапрабху говорит так? Гиту мы можем найти в Махабхарате. Гита — это часть Махабхараты. И вот Махапрабху
говорит так, прославляет его, что да, у тебя есть право. И поэтому мы не должны следовать пути споров и возражений. Это может стать причиной остановки нашего прогресса. И вот Вьясадева Госвами, он в итоге написал Махабарату, точнее, проявил, точнее, Махабарату. Махабарата, она вечна. И вот Махабарата, она явилась по его милости, и сейчас мы можем изучать эту Махабарату и также наставление Шрилы Прабхупады в том, чтобы не изучать Махабарату. Почему? Я рассказываю о Сиддханте Шрилы Прабхупады, поэтому не могу избежать этого. Моя личная Сиддханта, она не Сиддханта. Я хочу рассказать о Сиддханте Шрилы Прабхупады, поэтому я захватываю очень обширную область. И вот Сиддханта Шрилы Прабхупады в том, что хотя у нас нет права изучать Веды, Веданту, Упанишады, но мы можем слушать Бхагаватам от подлинного саду, кто сам Махабхагавата. И вот если мы изучаем Махабхарату, то нет гарантий никаких, поскольку там много людей чего-то подозревают, что-то там недовольны чем-то, спорят постоянно, и вот могут подумать про какого-то риши, что он что-то там не то сделал. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, что нам не нужно изучать Махабхарату, лучше изучайте Шри Чайтанья Бхагавату, Шри Чайтанья Чаритамриту, или можете слушать Бхагаватам от самоосознавшей себя души саду, кто сам есть Махабхагавата. Итак, эта система очень научная, и Шрила Прабхупад хотел показать, что через Харикатху Харибаджан мы можем пересечь лимит этой Варнашрама Дхармы, но, пожалуйста, не пытайтесь нарушать эту общественную систему. И все различные примеры, которые я привожу вам, они показывают, что Кришна Бхагаван, Верховный Господь в форме Кришны или Кришна Чайтанья, они не хотят нарушать эту систему. Даже Рамачанда, он кшатри, он со смирением кланяется браманам, вайшнавам, и Рамачандра никогда не нарушал этой общественной системы. И вот таким образом, смотрите, практически в конце Трета-юги Рамачандра, он явился в этом материальном мире, и с тех пор стало необходимым утвердить Варнашрама Дхарму. И эта система, она очень практичная, мы не можем ее нарушать. И вот я могу привести пример, то, что говорил Шрила Прабхупад, это очень важно. И вот здесь описывается, как эта Варнашрама разрушается, и вся общественная система ломается. И я приводил пример вот с алфавитом. Если вы спорите с учителем в начале изучения алфавита, то не продвинетесь никак в своем образовании. Мы должны принять это без всяких аргументов, и тогда мы сможем стать успешными. Но будьте осторожны, избегайте тех, кто обманывает людей. И вот Шрила Прабхупад, он хотел
возродить эту варнашрама дхарму так. Но внешне можно посмотреть, Шрила Прабхупад, он ничего не нарушал, а просто восстановил. Ничего не изменял, имеется в виду. Шаяно Садхарма. Парадхарма очень опасна. В Гите 3 части, 35 шлоке говорится о садхарме, имеется в виду. Например, мы, например, инвалид, этот ладерман, ладерман этот, сапожник. И вот сапожник, в общем, сапожника жизнь ведет, и таким образом. Но если мы хотим нарушить эту систему, но имеется в виду, что сапожник захочет вместо своей работы поклоняться в храме, то кто может что-то против ему сказать? Сейчас одна политика осталась. А еще можно наблюдать в каких-то организациях, считаю, сколько у них саньяси, сколько брахмачари, сколько в шафрановой одежде. У кого-то там 108 брахмачари в обществе, но если посмотреть на качество этих брахмачари, не пытайтесь меня понять неправильно. Я могу прикоснуться к лотосным стопам моего Гурудева и показать практически, хотя кто-то может возмущаться этим. Но я хочу вернуть ту систему, которую основал Шрила Прабхупада, поэтому я думаю, делаю так, я могу показать вам, что как они нарушают правила и предписания, установленные Шрила Прабхупада. Хотя такие люди могут Джая Прабхупад говорить, но кто уделяет внимание этим словам, если люди просто демоны, только кричат Джая Прабхупад, а сами ничего не делают. Ну, Махарадж имеет в виду, что нужно качеству уделять внимание, а не количеству, что лучше там один или два брахмачари, но настоящих, чем 100 каких-то непонятно каких. И вот так многие хотят избавиться от Шрилы Прабхупады. Говоря искренне, можно видеть, что многие хотят оставить Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати. Многие как-то избегают его и думают, что если следовать Шриле Прабхупаде, то очень сложно все будет. Но будьте уверены, что если вы будете совершать баджан бесчисленное число времени, то без помощи Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактисиддханта Такура, вы никогда не достигнете успеха. Вы не сможете достичь успеха, если не будете следовать Шриле Прабхупаде. Я слышал от Гуру Варги, Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Пури Госвами Махараджа, без воплощения, без применения, точнее, без этого применения в своей жизни идеализма и учения Шрилы Прабхупады, мы не можем. Гаудия Матха не может существовать. Вместо Гаудия Матха будет какое-то непонятное общество или сообщество, но не Гаудия Матха, если в нем не следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. И вот Махарадж вспоминает. И вот Махарадж говорит, что если занять его в Харикатхе, то он действует как садгуру. А что значит садгуру? Туласидас говорит, обязанность садгуру говорить, что есть что, что правда, что ложь. И те, у кого есть практический опыт моей жизни, они знают вот, день за днем.
год за годом Махараджи говорит только харикатху, может, перед одним преданным, или несколькими, или многими. Но имеется в виду Махарадж, когда сам по себе он ничего не говорит никому ни про кого, но когда его просят говорить харикатху, то чтобы привести пример и показать что-то, это не является критицизмом. И вот Туласи Дас говорит такие слова. И вот Туласи Дас со смирением говорит Садгуру Миле, когда мы встречаемся с Садгуру, он посмотрит на наше сердце, если там какая-то скверна, и потом он может начать вести нас соответствующим образом, и мы вскоре обнаружим Дивьягьяна Хриды Пракашита, и наша вся это все невежество уйдет, и наше сердце осветится знанием, светом знания. Гьяна – это значит свет. Как только наше сердце будет освещено светом Садгуру, то мы сможем видеть, что есть что. Как, например, в течение тысячи лет какой-то дворец был, никто не заходил, он запылился, затмился. Ну и потом, и вот если потом в такой замок кто-то приют с фонариком или с каким-то мощным источником света, вот в такую, или в пещеру какую-то, если там даже много лет никого не было, то если кто-то принесет туда свет, то мы увидим, что есть что там. Вот в Индии вот недавно нашли какие-то клады. В Орисе, в Джаганатхпуре, еще где-то. Сейчас храмы там такие разрушенные, заброшенные. И потом их правительство что-то там взяло на себя обязанности за... Ну, в общем, за уходом за храмами. И вот когда они начали ломать эти здания храмов, нашли золотые слитки там в большом количестве. И вот там много таких золотых этих слитков было, да, на большую сумму денег. И вот даже вот в Пурии перед храмом Джаганатха, там, когда ломали, нашли. И вот Туласи Дас говорит, что значит вот это Бетбатабе, что значит эти слова. Я прошу вас, изучайте бенгали, изучайте и хинди, но не все изучают, времени не находят, кто-то занимается чем-то другим, но времени на харибаджан таких людей бывает, что не бывает. А если попросить что-то сделать, таких людей люди устают, что-то еще делают, и вот смотрите, Садгуру Мили Бет Батаби, эти слова значит обязанность Садгуру в том, чтобы показать вам, не идите туда, не слушайте там. Тот источник, то место, оно там не саду, а какой-то лицемер. Если Садгуру, он ведет вас таким образом, это не значит, что Садгуру кого-либо критикует, нет. И наш Бхарати Махарадж много раз говорил, это стандарт. Если что-то плохое, неблагоприятное, ну, кто-то делает все неправильное, если какой-то саду указывает на таких неправильных людей, неправильные явления, это не оскорбление и не критика.
Но должен быть кто-то, кто же, кроме Гуру Вайшнавов, может показать на какие-то вещи очевидные или неочевидные. Кто же, кроме Гуру Вайшнавов, он может показать нам, вести нас. Если у вас есть деньги, вы можете купить эти книги, Веды, Пураны, Упанишады, но книги-то можно купить, в которых даже описывается Рагануга или Рупануга Баджа, но осознание всего этого, где купить, такое не продается, чтобы получить прямое осознание всего этого. Они должны прийти к настоящему саду. Наши деньги не могут помочь нам обрести сознание. Может, наша организация очень большая, но кто даст нам осознание? Вы можете спорить друг с другом и развалиться. Ну, имеется в виду организация ваша. И вот Садгуру Мили Бедбатабе, эти слова значат, что это обязанность Садгуру показать правильный путь. И если Садгуру должен говорить что-то негативное или позитивное, это не критицизм. И вот если я критикую Рай Рамананду, что он находится с этими девочками молодыми в уединенном месте, тренирует их танцам, это будет критицизм с нашей стороны, и это может стать причиной нашего падения. И вот Прадюмна Мишра, когда слушал Харикатху, Махапрабху говорит: смотри, ты хочешь слушать Харикатху, то когда... Вот смотри, когда я хочу услышать Харикатху, я иду к Рай Рамананде, иногда к Гадахара Пандиту. И ты сейчас можешь пойти к Рай Рамананде, он вот, правда, его здесь нет, он в своей деревне недалеко. Можешь пойти к нему, и когда он пришел, он услышал, что Рай Рамананда каким-то этим... непонятно чем занимается, вместе с какими-то девочками Девадасия, и вот он учит их Джаганатха Валабхнатаке, этим танцам, чтобы они танцевали перед Джаганатхом. Ну вот, и когда тот услышал об этом, он что-то подумал. И вот, в общем, он помогал этим девочкам достичь мастерства в служении Джаганатху. Но когда он их тренировал, помогал им, иногда он мыл их, переодевал, но в процессе этого служения у Рай Рамананды не возникало никакого вожделения, ни капли вожделения. И вот если перед настоящим подлинным саду даже Апсара с небес снизойдет, то настоящий саду не почувствует никакого вожделения. Это есть признак настоящего саду. А если саду постоянно падает там и здесь, то это не признак настоящего саду. Сейчас нет никакого недостатка в деньгах или еще в каких-то материальных ресурсах. А сейчас недостаток в должном руководстве, благодаря которому можно было бы пересечь этот материальный мир, полный проблем. И это сейчас единственный недостаток. Можно зайти в любой матх, в любой храм, денег у них миллионы. Но единственное, чего не хватает, это идеализма Шрилы Прабхупады. В практической форме учения Шрилы Прабхупады там нет. И в этом есть главный недостаток. Весь мир, он погружается в тьму таким образом. И вот смотрите, Садгуру Мили Бедбатабе, это обязанность Садгуру вести нас должным образом. И
если ради этого он говорит что-то позитивное или негативное, показывает нам на что-то, то это не является оскорблением и критицизмом. И вот этот Прадюмна Мишра, он не понял Рая Махашая, но Шрила Прабхупада, он Антарьяме, он мог видеть уровень Рай Рамананды. И Махапрабху, он сказал, что только и только Рай Рамананда. У него есть такой адхикар, такая способность, что перед молодыми девочками у него никакой реакции, никакого вожделения не возникает, поскольку Рай Рамананда думает, что он Сакья. С Сакхи Манджари Бавой он служит Радхарани, и в этом его служение полностью совершенно, и ни капли вожделения Камы не возникает в его сердце. И если Кама, она затронет наше сердце, то это будет причиной падения с пути Баджана. Но и вот Рай Рамананда, он единственный такой, но Прадюмна Мишра, он чуть не совершил великое оскорбление. Махапрабху хотел спасти его и сказал: «Ты уже слышал харикатху от Рамананда, что случилось?» «Да, я пошел туда, но там что там?» И вот, когда Махапрабху услышал, он засмеялся. Иди, ты совершил оскорбление, и иди слушай харикатху от него, я сам слушаю харикатху от него». И тогда Прадюмна Мишра опять пошел, и потом он уже смог услышать харикатху от Рай Рамананды. И также смотрите, если вы обычную формулу будете пытаться применять ко всем гуру вайшнавам, то это плохо. Вы можете совершить великую ошибку, великое оскорбление. И сейчас я хочу объяснить, вот это также в Гите говорится. И вот третья часть, 35-я шлока. Итак, там описывается то, что Шрияна Садхарма. И вот если у нас есть какие-то определенные обязанности согласно нашей ване, об ашрамах я не говорю сейчас, но это тоже туда относится. И вот вы должны вести свою жизнь согласно вашим самскарам. Если вы шудра или демон, и если вы даете какую-то взятку своему гурудеву, принимаете саньясу, то мы не признаем, что вы саньяси. Вы должны следовать правилам и предписаниям шастра. Что делать, что не делать, мы должны следовать шастрам. Мы не будем слушать вас. И я пару недель назад говорил, что в Кали-Югу люди будут принимать отреченный уклад жизни, чтобы просто жить как-то поудобнее. И я говорил уже о том, что сейчас какие-то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если количество саньяси и брахмачари увеличивается, то вы должны знать наверняка, что это шутки майя. Это майя Кали все делает. Кали, она большую проблему хочет организовать в дальнейшем. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если вы видите, что количество саньяси и брахмачари увеличивается постоянно, это не шутки, это плохо.
во всем мире даже очень тяжело найти настоящего саньяси, а нескольких тем более тех, кто полностью следует саньяси умом, телом и речи. Что делать, что не делать, мы должны следовать Писаниям, а не то, что кто-то может принять саньясу и неизвестно, чем заниматься впоследствии. И вот в Кали-югу, в Бхагаватам, вот говорится, что в Кали-юге, можно видеть, что кто-то принимает саньясу или отреченный уклад жизни, и для того, чтобы собирать пожертвования, жить как-то более спокойно, не работать. Это запрещено, нет ничего более опасного, чем использовать эту одежду саньяси, этот отреченный уклад жизни для заработка денег. То есть для поддержания. И вот какие-то люди хотят разбогатеть, поэтому принимают саньясу, думают, что теперь работать им не надо, им так можно. Но некоторые идут к каким-то гуру, так называемым, дают взятку, получают саньясу от них. Вот Махарадж знает человека с Харидвара одного, такой, так сказать, этот негодяй, такой хулиган. Вот он пришел ко мне попросить, чтобы я его Гурдева попросил, чтобы он ему саньясу дал. Я сказал, что не буду этим заниматься. И в общем, в итоге он потом насобирал 400 тысяч рупий взятки, чтобы получить саньясу от какого-то другого гуру. А когда саньясу он получил, это было очень странно видеть, как это был не просто демон какой-то, грязный демон, ракшас, так много было. Он там еще был женат, там 3-4 раза много судебных дел на нем висело, и вот как для такого человека саньясу можно, он смог получить от вот какого-то общества. И вы думаете, что такого саньяси будут уважать? И вот и вот согласно признакам мы должны исполнять свои обязанности, и если мы хотим нарушить эту систему и пытаться перепрыгнуть, то это очень опасно для всего мира. Шудраха. Можно вспомнить, я 20 дней назад говорил об этой шлоке, это про славление Шримад Бхагаватам. И вот такие люди иногда говорят о дхарме, но кто будет слушать их лекции о дхарме? У нас нет времени на это. Но иногда бывает, что тысячи глупых людей слушают лекции таких людей. И вот поэтому Джива Госвами Пад произнес такую шлоку. Много раз я говорил о ней, и мы должны помнить. И вот сейчас бесчисленная Сиддханта, океан Сиддханты, и здесь я хочу еще один пример привести, который не смог полностью обсудить, наполовину прервалось. Вот об Экалабхе. Экалабхе, он был шудрой с низкой касты, происходил, но так или иначе, по какой-то случайности, он сконцентрировал свой ум, и в такой концентрации ума может много чего принести нам.
ну, как каких-то боевых искусствах. И благодаря концентрации ума, те, кто занимается этими боевыми искусствами, они могут сразу же отразить нападение. Но вот этот Экалапхи, он с очень низкой касты был, и это видео, это знание не мог использовать. И когда он начал учиться, но Дроначарья думал, что это знание Астравидья, он не должен изучать ее. И что же делать? Только кшатри должен иметь это знание, настоящий кшатри. Кто очень набожен, он должен обрести, получить это знание, иначе одни проблемы в обществе возникнут. И тогда Дроначарья, так или иначе, он встретился с Экалапхи, узнал, откуда ты узнал это искусство, от вас, как от меня. Я не учил тебя никогда, но как вот я ваше божество сделал, думал о нем и таким образом обучился такому военному искусству. А Гуру Дакшину ты дал мне, как не дал, вот могу дать, и что вы хотите, спросите, дам все, что пожелаете. А он Дроначарья сказал, что хочу большой палец твоей правой руки. А почему? Дроначарья был не жесток. Дроначарья, он был очень осторожен. Он думал о последствиях, и поэтому он хотел забрать это видео, это знание от этого шудры, поскольку это знание, согласно Варнашамдарме, не должно у него быть. Он с низкой касты, если он будет применять это искусство военное, то кшатри будут опозорены. Ну, как-то, как сказать, не... Ну, в общем, ничего хорошего не будет из этого. И вот смотрите, Арджуна был однажды побежден каким-то низкокастовым, каким-то этим, как его, лесным жителем. И вот Арджуна из Двараки, он хотел жены Кришны привести, то по дороге напали на них, и Арджуна потерпел поражение, но это по влиянию провидения, эти шудры, они, то есть сам Кришна в образе этих шудр явился, поскольку никто не мог победить Арджуну. И вот у нас много примеров, я могу приводить их один за другим, из Рамайны, из Махабхараты, из Упанишат, из различных мест. И вот как Джавал и Сатьякам, они были одобрены Гаутами Муни. И вот Гаутами Муни осознал из-за своего обширного знания и силы мысли. И вот сейчас таких личностей, как он, уже тяжело найти. И сейчас, вот, например, если занять какого-то рыбака в поклонении шалаграмму, то ничего хорошего не получится. Но если этот рыбак, он будет совершать харибаджан, он достигнет того уровня, то это уже возможно станет. Как ваша вада с Бабаджи Махарадж, он происходил с кайвартов семьи. Это эти рыбы, как там, рыболовцы. Но вот смотрите, несмотря на это, он достиг очень высокого уровня. И наш Гуркишвадас Бабаджи Махарадж, он был этим сыном торговца зерном, Вайши. И это эволюция, что в этой системе во всем
мире нельзя найти ни единого брахмана, с кем можно было сравнить Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж. Он наивысший, но смотрите, несмотря на это, он социальную систему не нарушал. Я могу пример привести, как мы можем следовать вашему баджану, и мы также должны быть очень осторожны в отношении этой социальной системы. Завтра Махарадж более подробно будет говорить об этом. И вот наше исполнение своих обязанностей гораздо лучше, чем исполнение чужих обязанностей. И вот мы не можем оставить свои обязанности и исполнять чужие. И вот исполнение, ну, имеется в виду, плохо исполнять свои обязанности лучше, чем исполнять чужие хорошо. И вот, хотя если, например, чужие обязанности мы будем можем исполнять лучше, чем чужие, как Экалабхи, например. Экалабхи, он обрел такую силу, но это в шастрах не одобрено было для него по его происхождению. Вот Шриана Садхарма, то есть его обязанность была служить четырем варнам и ашрамам, а он обрел качество кшатриев, то это очень опасно было, и поэтому исполнение своих обязанностей даже плохо, это лучше, чем хорошо исполнять чужие обязанности. И вот даже хотя он может это делать, но нельзя ему позволять, поскольку исполнение своих обязанностей, оно благословляет нашу жизнь. И вот, если мы свои обязанности исполняем согласно нашему характеру, по самскарам, и делаем то, что нам предписано, но все же, если мы не достигли успеха в этой садхарме, то это хорошо все равно, поскольку в будущем у нас будет связь. Мы сможем начать с того момента и дальше прогрессировать. А если мы будем исполнять обязанности других, то это очень опасно для нас. Хотя мы можем, даже можем хорошо их исполнять, чужие обязанности, но это плохо. В будущем ничего хорошего не случится, у нас какой-то страх появится. И поэтому не пытайтесь выражать ложное эго, нарушать правила и предписания в духовных этих предписаниях. Следуйте тому, что Шрила Прабхупад хотел сказать. Шрила Прабхупад сказал, согласно нашему баджану, мы должны следовать Дева Варнашраме, никто не будет беспокоить вас, но и вы тоже, в свою очередь, не нарушайте социальную систему. И вот даже если вы умрете, исполняя свои обязанности, это гораздо лучше, чем оставить свои обязанности и исполнять чужие обязанности, которые и такое погрузит вас в океан страха. И вот день за днем я буду говорить об этом, сейчас времени мало. На сегодня еще не конец, но этой теме имеется в виду не конец. Если вы поймете это, я... И вот завтра, день Акшая Третьи, мы должны следовать внимательно этому дню с самого начала Харикатхи. Мы должны слушать, и мы все, мы преданы со всего мира, мы должны молиться лотосным стопам Гуранги Махапрабху, Верховного Господа, чтобы мир и благополучие, оно пришло назад в этот мир. Много проблем во всем мире происходит, и наша
обязанность молиться Верховному Господу о дживах. Хотя я знаю, что не все будут совершать Харибаджан, но все же с завтрашнего дня мы можем молиться лотосным стопам Верховного Господа о благе всех. Как я давно этим занимаюсь, я молюсь Верховному Господу вот, например, о том, чтобы коровы были целы, никто их не убивал. И я для себя не молюсь, а молюсь о благе других. Я молюсь Кришне. О, Кришна, я знаю, что ты... что ты можешь сделать все. И если ты можешь спасти... И вот, в общем, Махарадж молится Кришне о спасении коров. И если Кришна исполнит это, то много других проблем уйдет с этого мира. И, может, мы попытаемся... И вот мы должны слушать Харикатху. Я не знаю, сколько эта проблема продлится. Мы хотим... И вот Махарадж хочет про... прочесть все Шримад Бхагаватам Махапурану. И вот Махарадж вот последующие дни, с завтрашнего дня попытаемся читать Шримад Бхагаватам вслух на санскрите. Ванча Калпатарусе Кипасиндибача Патитанам Павани Бхо Вайшнави Бхо Намоно Никило Бхубано Майя Чинна Вичинна Корти Бибуда Бахула Мигьям Мукти Мохан Тодатри Ситилито Бидирага Раддо Радишадани Билосату Хриди Ниттям Бхакти Сиддхан Тобани Ванча Калпатарусе Кипасиндибача Патитанам Павани Бхо Вайшнави Бхо Намоно.